моет и чистит зубы. Точно, розовой щеткой и розовой пастой. Это условие челленджа, только розовое. Розовые красивые пончики. Слайм розовый, очень красивый такой цвет. Ребята, всем привет! Сегодня мы снимаем крутой челлендж 24 часа только в розовом! Ура! Цвет. У нас сегодня все будет розовое. И одежда, и еда, и еще много-много-много всего. Смотрите, подписывайтесь. Ставьте лайки. И еще подписывайтесь на Полинин инстаграм. И начинаем! Поехали! 1, 2, 3, Полина, фан, скорее, смотри! И куда мы сейчас пойдем? Чистить зубы. Точно, розовой щеткой и розовой пастой. Это условие челленджа, только розовое. У тебя даже есть розовый коврик и розовые тапочки. Смотрите, ребята. У кого тоже такие есть, ставьте лайк. Давайте, и у нас что есть? Розовая щетка и паста. А паста какого у нас цвета? Она синяя, там есть красный и белый. Там красный очень похож на розовый, смотри. А еще, Полин, смотри, что я тебе приготовила. Розовое мыло. Круто. У нас даже есть розовое мыло. Сейчас я розовое полотенце. И полотенце у нас тоже розовое, да-да-да. Все в условиях челленджа. Вот мы уже умылись, и теперь будем что? Одеваться. Я пойду готовить завтрак, а ты пока одевайся. Только помни, что нам нужно одеть все только розовое. Точно. Я оделась уже. Ты уже оделась, Полин? Да. Ну, конечно, ты вся в розовом. Ты все правильно сделала, только мне кажется, этот наряд не совсем подойдет нам для прогулки на улице. А что тогда? Ну, давай поищем что-нибудь другое. Только тоже розовое. Обязательно, только розовое. Ты уже готова. Вот, отлично, Полин. Этот наряд нам очень подходит. Давайте проверим. Розовая футболка, розовая юбка, розовые лосины. Тапочки мы переходим. И еще сумка. Тоже с розовым мешком и тоже розовая. Все, отлично. Теперь пойдем завтракать. И это будет для тебя сюрприз. Что ты будешь сегодня завтракать? Хорошо. Закрывай глазки и посчитай до 5. У тебя появится розовый завтрак. Открывай. Ух ты! Твой розовый завтрак. Смотри, тут розовый блинчик, розовый компот и розовый йогурт с клубникой. Приятного аппетита, Полиночка. Ну вот мы оделись. Да, вот смотрите, ребята, мы переодели розовые кроссовки, розовые носки у нас тоже есть. Розовая жилетка. Еще розовые заколочки. Мы готовы к выходу. Вот мы пришли в магазин купить что-то розовое. Что-нибудь очень красивое и обязательно розовое. Вау, какая тут красота! Смотрите, какие сумочки! А вот какой рюкзачок красивый, который меняет еще вот так вот цвет. Перевертыш этот есть. Такие вот. Рюкзак с крылышками, очень красивый. Полина, как он блестит. Но он не совсем, конечно, розовый, но у него розовые, что, лямочки, да? Да. А это розовый мешочек. А смотри, какие там красивые кепочки. Давай померяем. Ты выбрала очень красивые кепки. Покажи. Одна с Микки Маусом. Да. А вторая? Вот такая блестящая. Нам нужно выбрать размер побольше, да? Очень красиво. Ребята, если вам нравится, ставьте лайки. И не забудьте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Здесь есть всякие. Это собачка-сумочка, да? Да. А вот сова. Сумочка-сова. Куда мы сейчас идем, Полин? А что мы должны взять? Тележка. А какого она будет цвета? Розового. Точно. Бери только розовую тележку и в нее мы положим что? Розовые. Только розовые продукты.
Так, Полиночка, теперь нужно смотреть внимательно, чтобы мы взяли только все розовое. Да, там помидоры розовые. Да, помидоры розовые, поэтому можешь брать. Да, правильно. В нашей тележке есть первая покупка. Розовые помидоры. Идем дальше. Крабовые палочки? Ну, они тоже розовые. Хорошо. Подходят. И рыбка розовая, да? Какой ты хочешь? Мы взяли крабовые палочки. Мои любимые. Пойдем дальше. Полин, смотри, тут есть. Тебе повезло. Есть розовые красивые пончики. Вот это. Какой тебе нравится, Белька? Ты любишь? Вот это. Покажи нам. Желтенький, он бы тоже подошел. Ну, сегодня он не подойдет. Потому что у нас что? Розовый челлендж. Да. Что тут? Блин, смотри. Малиновый? Йогурт малиновый. Да, нам подойдет такой. Даже есть, смотри, с арбузиком. Давай, давай с арбузиком возьмем. Он нам тоже подходит сегодня. О, даже клубничка есть. Такой мы еще не пробовали. И прямо сейчас подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Да, ребят, подписывайтесь и ставьте лайки. А в Инстаграм пишите к ваши комментарии. Какие красивые скелетончики. Ага, это желейки, да? Да. Да, давай тоже возьмем. Они нам подходят. Мама, смешные. Полина, мне уже твое личико о чем-то говорит. Оно уж очень хитрое. Что же ты там увидела? Чипсы. А, Полина. А это тоже классно. Вообще-то мы их не едим, я тебе не разрешаю, но сегодня, ладно, давай их возьмем. Потому что они нам подходят тоже по цвету. Да. Еще Полина захотела себе новый чехольчик. Конечно же, сегодня розовый. О, очень красивый, Полин. Фламинго, смотрите, ребята. Он подходит нам. Он розовый. Полин, давай мы выбираем твою розовую игрушку, которая нам сегодня очень нужна. О, да. Это что? Это у нас слайм розовый, очень красивый такой цвет. Зеленый, но нам цвет. Да, очень красивый. Берем. Не подписался на наш канал. Прямо сейчас подпишитесь. Да, ставьте лайки, пальчик вверх. Полина решила выбрать розовый лак, чтобы уже точно быть полностью розовой. И ногти не отличались. Мама, красиво. Я выбрала сейчас себе лак. Да, покажи, какой. О, да, очень красивый. Это... Очень, мне тоже очень нравится. Пошли покупать? Пойдем, очень красивый цвет. Вкусные очень, такие ароматные. Классно, мне помогает вот так. Ага, ты вставляешь ей пальчик туда. Да, голову, вот, да? Вот. Идем дальше? Да. И вот мы купили слайм. Полиночка села поиграть в компьютер. Да. И посмотрите, какого он у нее цвета. Розового тоже. Да, тоже розового цвета. Он нам тоже сегодня подходит, поэтому мы тоже решили его сегодня включить. Угу. А какой стул у тебя, Полин? Розовый. Он тоже розовый. И сейчас пришло время слайма, самого любимого Полинного слайма, еще розового цвета. Да, тоже розовый. Сейчас мы откроем и посмотрим, какой он по консистенции. Круто! Смотрите, какой слайм, тягучий. Вау, какой он классный. Ух ты ж. Очень классный. Да. О, Полин, ты знаешь, что мы забыли? Что? Мы забыли накрасить тебе ногти. Давай накрасим. Давай. Вот мы накрасили ногти. Посмотрите, какие красивые. Да. Какой красивый оттенок розовый. Да.
розовый. Очень красиво подходит под твою футболку. И вот наш челлендж 24 часа розовый подошел к концу. Ставьте лайки. Если он вам понравился. И подписывайтесь на наш инстаграм. И на наш канал. Да. И всем пока! Пока-пока!